По традиции заседание ученого совета КФУ открыл гимн Казанского федерального университета. И награждение отличившихся сотрудников вуза правительственными и ведомственными наградами России и Татарстана. В числе прочих вопросов был утвержден порядок летней приемной кампании. Основные этапы приема – это прием документов начинается 20 июня. Поступающие предоставляют оригинал документа об образовании до 15 августа. И приказ о зачислении выходит 17 августа. Прием по всем направлениям проводится на общедоступной основе, то есть ведется конкурс аттестатов. Отдельно было рассмотрено ходатайство Министерства культуры Республики Татарстан об увековечении первой татарской типографии в Российской империи, предположительно располагавшейся в нынешнем главном здании Казанского университета. Поступило обращение по установке мемориальной доски на стене восточного крыла главного здания Кремлевской 18 с объяснением первоначального расположения в нем типографии на стене здания, с объяснением 23-летнего нахождения в нем типографии. Значит, после тщательного изучения этого обращения академическая комиссия рассмотрела этот вопрос. Эскизного проекта памятного знака нет, предложений по финансированию также нет. И по расположению самой типографии необходимо, на наш взгляд, провести еще дополнительные исследования, также решить ряд спорных вопросов, например, даже по размещению этой доски. Также поднимались вопросы, касающиеся выдачи дипломов доктора и кандидата наук и включения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ в состав авторского коллектива на соискание Государственной премии Республики Татарстан 2022 года в области науки и техники. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Фарид Захитаглы, Универньюз.